Доброго дня! В ефірі програма «Розмова на тему» та її ведуча Олена Клепа. Зовсім недавно в Миколаєві був створений клуб композиторів «Ad Libitum». Сьогодні у нас є можливість поспілкуватися з його членами. І до нас завітали, власне, керівник цього клубу Василь Івасів та члени клубу Еліна Образцова, а також старший викладач, музикознавець і композитор, власне, Владислав Коршунов, засновник цього колективу, наскільки я розумію, та член Національної спілки композиторів України, та Ілля Гуменюк. Вітаю вас в нашій студії. Отож, хто навколо себе кого об'єднав? Чого все почалося? Клуб композиторів «Ad Libitum» був створений рік назад. При Николаевском городском дворце культуры и торжественных событий. Идея создания клуба принадлежит известному николаевскому композитору и музыканту Владиславу Николаевичу Коршуну. Вот. И я так думаю, он нам зараз расскажет, что его спонукало, так? Чому вы решили створить такой клуб? Есть Национальный союз композиторов Украины, куда входят профессионалы, куда очень тяжело, ну, на самом деле, надо написать много всего, а есть люди, которые просто пишут музыку для себя, не стремятся там к каким-то большим высотам, им нравится сам процесс, ну, им как-то сложнее реализовываться, потому что без каких-то регалий, званий находить исполнителей, находить коллективы, которые будут исполнять, довольно сложно. Вот, ну, и поскольку ко мне много приходило и студентов брать какие-то уроки, и просто люди обращались за помощью, то всегда давно была мысль создать такое объединение. Ну и как-то совершенно случайно мы, общаясь с директором Палаца культуры Бондарь Людмилой Владимировной, в общем, обсудили эту тему, ей понравилось. И вот мы как бы создали такое объединение при дворце. И нам там как бы всячески содействуют, помогают. Мы проводим концерты, мероприятия, собираемся, обсуждаем какие-то темы музикальні, ну, творчі і так далі. Пане Василь, я так розумію, в цьому клубі є композитори різного рівня, правильно? Так, да, у нас учасники і студенти музикального училища, і професіональні композитори, і любителі. А от на даний момент скільки вже є учасників? Більше 20. Чим взагалі займаєтесь в клубі? Ну, деятельность клуба направлена на выявление новых композиторов. Это постоянного пошука. Конечно, да. И поддержание уже известных композиторов. Ну и также создание площадки для реализации творчества николаевских композиторов. Вот. Ну а на практике мы, как сказал Владислав Николаевич, собираемся, слушаем новое произведение. Более опытные композиторы помогают, чем-то советуют менее опытным. Вот. Из этого мы составляем программу, проводим концерты. Пішла пуха на базарі, купила самовар.
Пані Еліно, у вас вже чималий досвід взагалі в композиторській діяльності. Розкажіть, чим вас привабив цей клуб, чому захотіли стати його членом? Ну, наверное, в коллективе работать интересно, слышать мнение своих коллег. И, то есть, вот я считаю, что мы дополняем очень разные все. У каждого свой стиль, свой как бы творческий путь. И вот очень важно прислушаться к чему-то мнению, вот как-то чуть-чуть себя, может быть, в чем-то переформатировать. Ну, то есть, я считаю, что мы все вместе – это сила композиторская. Яке місце ви зайняли в цьому клубі? Що ви, можливо, як себе реалізовуєте? Може бути, це навіть от участие в клубі придало більше сил, какой-то більше, може бути, уверенности, потому что до этого времени, до приглашения Владислава Николаевича, я была просто, ну, как бы композитор сама по себе. Вот, а клуб больше возможностей дает реализовать, больше концертов. Вот совершенно недавно, 2 декабря, у нас был такой очень дружный, скажем, аншлаговый концерт. Вот, и там тоже прозвучало 3 моих произведения. До этого тоже были выступления. То есть я вот с огромным удовольствием влилась в эту музыкальную, как бы сказать, команду композиторов и с большим удовольствием работаю. Я, насколько разумею, это 2 грудня, это был дуже знаковий для вас концерт, чи не так? Так, годовщина, да. Да, ми відмічали день рождения свой. День народження клубу, да, так? Так, год назад, получается. Що було на цьому концерті? Ну, на этом концерте мы задействовали самые различные составы. У нас был академический хор, квартет народных инструментов, ну и разные другие составы. Камерный ансамбль, пианисты, вокалисты, то есть всех понемножку. Вы гучніше говорите. Хорошо. Добре. Илья, расскажи, як взагалі ви потрапили до цього клубу? Где-то на 2 курсе, когда я учился в училище, я начинал писать музыку самую простую и давал свои произведения на критику Владиславу Николаевичу. Постепенно, работая с ним, как-то совершенствовался, и в конце 2 курса мне Владислав Николаевич предложил вступить в новосозданный клуб композиторов. И так, собственно говоря, я туда и попал. Тобто, можно сказать, клуб был заснован рік, и уже это основной костяк, я так понимаю, так? Ну, дело в том, что у нас много людей, и как бы здесь все и не влезли бы, и... Получается, что, в принципе, ну, как бы, это же не основной, как, ну, не профессиональный объединение, поэтому у многих есть еще куча всяких работ, куча всего, то есть музыку они пишут для души, там, когда могут, приходят, когда не могут, не приходят, ну, обычно человек там до 10 у нас всегда присутствует, но вообще гораздо больше, то есть, вот. Ну, и поскольку все люди разные, да, у всех разная музыка, и как бы кто-то, кто поопытнее, пограмотнее помогает там тем, кто вообще начинающий, то оно и более разнообразно слушается, они концерты разнообразные, не скучные, я так думаю, что. Як вам в ролі керівника? Чи слухаються вас, чи підтримують? Чи в даному випадку керівник, він більше як друг, товариш і нічим не дізнається? Конечно, да. Все отлично, поддерживают. Хорошая дружеская обстановка. За цей рік, які вже маєте успіхи? За этот год мы провели 4 концерта. Это полноценных именно наших, потому что еще мы участвуем и в концертах, скажем, вот Дворца культуры и просто в городских, то есть каждый как-то. Но именно нашего объединения, вот 4 полноценных концерта было. Ко Дню музыки в Лютеранской кирхе на нашем концерте звучал камерный оркестр Николаевский. Также был академический хор задействован, народный ансамбль. Ну, такой большой концерт. А ви взагалі виконуєте свою музику, чи ви пишете музику, а хтось її виконує? На чому виконуєте? Що це за музика? Це залежить від індивідуальних
качестве исполнительских. То есть, ну, мы, конечно, стремимся, чтобы это было на хорошем уровне. А композиторы бывают по-разному владеют инструментами. Я, например, контрабасист, то есть я музыку пишу всякую, поэтому приходится задействовать исполнителей. Но кто хорошо владеет инструментами, есть и вот Лина Михайловна сама обычно, ну, то есть как бы у нее какие-то ансамбли, но за фортепиано играет она, но и привлекает других исполнителей. Ну, Илья, допустим, вот он хормейстер, когда он пишет хоровые произведения, то он без хора сам их просто не может исполнить. Поэтому как бы участвуем в концертах, но и привлекаем людей. Стараемся привлекать профессионалов из музучилища, из музыкальных школ, то есть много, много друзей, которые нам помогают, много людей, которым это интересно, которым интересно исполнять николаевскую музыку. Підтримує ваше формування? Ну, в першу чергу, наш директор. Вона робить все можливе для того, щоб наша діяльність максимально гладко проходила.
Ну і общественность, конечно. Зовсім скоро відбудеться ще один, я так розумію, концерт. Що це буде за захід? Як ви до нього готуєтеся? Що буде, власне, якщо так привідкрити завісу? Да, 26 января в 4 часа в художественном музее имени Верещагина у нас будет очередной наш концерт. Много рассказывать не будем, приходите, услышите. Ну, хоча б трошки, хоча б є якась загальна задумка, чи будуть просто всі учасники клубу, можливо. Що там буде такого цікавого, що прям так захотілося прийти всім? Не то, що будуть взагалі всі учасники клубу, тому що, ну, буває, що теж не всі там прямо сидять і з утра до вечора пишуть музику, хтось щось новеньке успіває до концерту, хтось ні, хтось там тоже занят какими-то другими, ну, максимально там до 15 композиторов обычно у нас в концерте участвуют. И, ну, опять-таки, у нас мы стараемся задействовать в основном опять проще работать с какими-то камерными коллективами, там ансамбли. Будут романсы, будут пьесы, фортепианная музыка, инструментальная музыка. То есть все, всего понемножку. Чтобы было всем интересно, так? Для каждого века. И вот этот концерт, он, наверное, больше для взрослых. Но и вот, скажем, прошлой весной мы проводили концерт «Музыкальные шутки и сказки», как раз такой детской тематики. В первой музыкальной школе он прошел. Был хор первой музыкальной школы. То есть была такая музыка сказочная, детская. То есть, ну, мы стараемся разные проводить. То есть иногда просто какие-то тематические мероприятия. Но и более и разнообразно с точки зрения того, что, ну, ставят задачи для композиторов какие-то новые. Вот у кого-то не было детских там произведений. Тут мы решили сделать такой концерт. Кто-то раз и написал что-то такое. Зрозуміло. Давайте тоді пропоную хоча трошки поговорити про те, в кого які улюблені жанри, стилі, хто в якому напрямку пише. Будь ласка. Я лично люблю оркестровую музыку. Стараюсь в этом ключе делать. Сама пластичная фактура протяжных звуков мне нравится. Будь ласка, якщо до вас. Я любую музыку пишу, в зависимости от... Ну, как бы я ж и профессионально, я много музыки к спектаклю писал в театре. Это, ну, конечно, интересно писать музыку, когда она где-то нужна, когда, особенно для театральных постановок, это все... А если немає натхнення, де ви його черпаєте? От потрібно написати для спектакля, а немає ну, натхнення? Ну, надо сказать, что, вот, допустим, когда тебе там 19-20 лет, то вдохновения много, ты пишешь все подряд, что подряд, потом, конечно, с возрастом смотришь это, и это немножко так наивно все. Потом, конечно, уже это просто становится работой, и как, ну, начинаешь делать, а вдохновение приходит по ходу работы. То есть оно... Ну, сложно так описать, когда вот что-то делаешь такое глобальное, масштабное, если пару часов сидишь и делаешь, то оно уже просто дальше доходит до автомата, вот как-то просто только это записываешь. Главное распечатать. Да. Пані Ліно, якщо до вас. Я люблю разную музыку писать, но до крупных жанров пока что как бы вот еще не доходило, но одним из любимых есть романс, вот это песни, романсы, дуэты, ансамбли, трио. Вот есть в наличии детский мюзикл, есть желание его как бы возродить, возобновить. Вот есть работа, ну, началась над еще одним детским мюзиклом. Вот, ну, в общем-то, вот, то есть в разных направлениях. Мне интересно все. Как бы. На цьому концерті щось буде окремо, чи все покажете? Ну, просто по возможности, по формату времени нет, но вот я очень надеюсь, что будут разные жанры. Вот я очень люблю также музыку для саксофона писать. Вот это отдельная страница, есть попытки джазовой музыки создать. Вот, ну вот я надеюсь, что найдется время, чтобы показать разные. Вот недавно появилось трио для флейты, скрипки и фортепиано. Вот, появилась новая композиция джазовая. Вот, появился новый романс. Вот, есть еще
вечерняя акварель, произведения для флейты и фортепиано. То есть много всего появилось. И очень надеюсь, что если будет возможность по времени, мы это все, ну, как бы подготовим, и люди будут иметь возможность это послушать. Ілля, як щодо вас? Які твори вам взагалі подобаються? І от що буде звучати на цьому концерті? Я предпочитаю оркестровую и вокально-хоровую музыку. Но ввиду того, что я учусь на хормейстера, и вокруг меня в училище звучит практически постоянно хоровая и вокальная музыка, пока удается более-менее нормально писать именно вокальную и хоровую музыку. То есть хоры и романсы. Планирую усовершенствовать свои знания в написании оркестровой музыки. Но пока только... хори. Ну, на цьому концерті буде хор чи буде ансамбль? Ну, на цьому концерті планується романс, тобто вокаліст і фортепіано. Дует. Пока так, да, дует. Творчий дует. Дякую, що ви сьогодні до нас завітали, розповіли цікаву інформацію. Сподіваюся, наші глядачі обов'язково долучаться до цієї події, надихнуться, з задоволенням послухають музику, підтримують наших миколаївських композиторів 26 січня в музеї Верещагіна о 4-й годині дня. Дякую, що були з нами. Зустрінемось рівно за тиждень.